сегодня было сказано и показано очень много. И я хочу благодарить вас за такие теплые слова. За эти годы мы с вами провели огромную работу, но еще больше дела нас ждут впереди. Я положил на самом деле много усилий, чтобы каждый год привлекать дополнительные инвестиции в наш опыт. И поверьте мне, что каждому может так, что это дается с боем. И иногда такой бой происходит. Пытаются просто вырвать эти деньги, за них сражаться. Но я знал, ради чего, ради кого я это делаю. Я это делаю для вас и для нашего дома. За 4 года Заводский, Николаевский, Очаковский районы стали для меня родными. Любая решенная проблема на округе – это наша совместная победа. Мы вместе сложенная команда, которая работает на результат. Поэтому давайте дальше делать наши города и села комфортнее, безопаснее и красивее. Впереди у нас много планов и проектов. Только вместе все нам под силу. Знакомые шутят, говорят, что, Борис, у тебя такая фамилия везучая, фамилия Розы. Я говорю, да, мне везет, у меня везучая фамилия. Но везет мне не потому, что у меня такая фамилия, а потому, что меня окружают люди. И главный мой козырь – это вы и ваша поддержка. Осталось ровно 37 дней. И сейчас будут появляться множество кандидатов. Будут обещать золотые горы. Но они будут переживать. А придут ли к ним на встречу? В Нечаево, в Ольшанке, в Куцурубе, или на Намыве, или в Ялтах, или на Абиссинии. Смогут ли они открыть штаб предвыборный в Очакове? У нас с вами уже есть ответы на эти вопросы. Потому что мы с вами не один год работаем. Я лично общаюсь со многими людьми в нашей области. И хочу сегодня четко и ясно заявить. Мы готовы выиграть эти выборы. Мы готовы, и мы выиграем эти выборы. Я официально заявляю. Я иду на выборы без партийных лозунгов и флагов. Я иду в самовыдвиженство. Мы должны вернуть Украине мир, а Николаевщине развитие. Мир и развитие – это две вещи, ради которых я иду на выборы. И ради того, что вы меня поддерживаете. Спасибо! Вы вместе победили!